Мамам и папам люберецких выпускников предложили почувствовать себя на месте своих детей. В лицее номер 4 впервые состоялась акция под названием «Родители сдают ЕГЭ». Пройти тестирование по русскому языку вызвались более 30 человек. Сдача ЕГЭ – ответственное испытание не только для детей, но и для родителей, причем уже в прямом смысле этого слова. Поэтапно, шаг за шагом, они проходят ту же процедуру, как на обычном экзамене. Регистрацию у входа, инструктаж перед тестированием и те же жесткие правила. Никаких мобильных телефонов и посторонних предметов на парте. В каждой аудитории работает система видеонаблюдения. Со стен убраны наглядные материалы. Все шкафы в помещениях опечатаны. Волнуемся, конечно же. Готовились немножечко. Дочка мне предоставила книгу, и я вот немножечко даже изучала, тренировалась. Начальный этап экзамена проконтролировала начальник управления образованием Люберецкого района Виктория Бундина. Она пожелала родителям удачи и отметила, что своим примером они смогут психологически подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ. Настроение у всех хорошее, все с любопытством и с интересом, в общем-то, задают вопросы, наблюдают, как эта процедура на начало осуществляется. Вот. И думаю, что и все, кто пришел сегодня, завершат работу. Не просто посмотрят технологию проведения экзамена, но и напишут саму эту работу. Пока родителям люберецких школьников предложили сдать ЕГЭ только по русскому языку. В следующем году мамы и папы выпускников покажут свои знания в области математики и других предметов естественно-научного цикла. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.